Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения «Чуваши» программа «Спор для всех», в которой мы ломаем стереотипы о том, что у людей с ограниченными возможностями здоровья ограниченные возможности и в спорте. Посмотрев на эту установку, мало кто догадается о ее истинном предназначении. Аналогия с велосипедом здесь неуместна. То, что на ней три колеса, вовсе не означает то, что она для детей. Ее функционал более серьезный. На таких колясках соревнуются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата по всему миру. Пока этот вид спорта в Чувашии находится на начальной стадии развития, и больших успехов в нем нет. Но все еще впереди. Больших достижений нет, но есть маленькие претенденты на серьезные победы в будущем. В Чебоксарской детско-юношеской спортивно-адаптивной школе вот уже как 2 года Владимир Викторов тренирует детей с церебральным параличом в таком специфическом легкоатлетическом виде спорта, как гонки на колясках. Решение это принято было, когда паралимпийские игры были включены в велоспорт. Велоспорт включены, и у меня это как бы зародилось, что надо действительно в нашем регионе тоже надо велоспорт развивать. Здесь мы разговаривали с директором нашей Матрёниной Эльвирой Леонидовной, но она предложила в начальном этапе, потому что велоспорта нет в нашем регионе, в начальном этапе заниматься с детьми, которые в гонке на колясках будут участвовать. Мы пришли сюда, в эту школу, детей набрали первых и начали заниматься. Это очень просто, детям нравится, они с удовольствием приходят, даже желающих записаться есть. А юным подопечным Владимира Викторова действительно нравится заниматься. За время тренировок их физическое состояние на самом деле улучшилось и ходить стало легче. А ведь именно за этим они сюда и пришли. Понимает это и тренер, и не ставит пока сложных задач. Мы работаем сейчас с группой этапов начальной подготовки. Мы, в первую очередь, ставим задачу оздоровления детей. Но они сами, я им тоже говорю, вы должны научиться хотя бы обслуживать себя. Это вот они, у них самое большое желание, это, конечно, научиться ходить. У нас же тяжелые дети, которые занимаются на колясках. Я занимаюсь уже 2 года, за это время я стал лучше ходить. Для меня самая главная цель в моей жизни – это научиться ходить. Я очень хочу принести какую-то пользу своей стране, чтобы мама за меня радовалась, чтобы мама гордилась мной. Я очень стараюсь быть как все люди. Я хочу научиться ходить. Я надеюсь, что с помощью этого спорта я научусь ходить. Но, конечно, еще массаж там делаю, еще занимаюсь кроме этого. Много. Массаж делаю, на танцы хожу. Ребятам в основном по 10-11 лет, и спортивных увлечений у них много. Кроме гонок на колясках, они занимаются и другими видами спорта. Так Маша Самыкова регулярно плавает в бассейнах. Я хочу стать спортсменкой. Я хочу связать жизнь спортом водным. Я хочу быть пловчихой и участвовать в паралимпиадах, различных олимпиадах, конкурсах. Ну и все в таком духе. Я и тот спорт хочу, и этот. Ну, сразу два. Данил Балатаев также параллельно занимается 2 видами спорта. Кроме того, что он научился управлять гоночной коляской, ему удалось осилить и технику езды на двухколесном велосипеде под руководством все того же тренера. Учился на тренировках, старался, падал, были ушибы. Но потом мне купили велосипед, я поехал в деревню, я в деревне много тренировался, я каждый день выходил, не пропуская. Каждое утро, я вообще выходил каждое утро и до скольки-то вечера. И только я делал то, что катался куда-то, поехал, например, в магазин, я не знаю, куда захотел, меня опускали, и я уезжал. Все, и потом где-то на третий день я стал уже делать трюки, и сейчас я могу разогнаться на двухколесном велосипеде и тормозить боком, вот так. Так ученики специальной коррекционной начальной школы детского сада «Надежда» борются с церебральным параличом. Тренируются они несколько раз в неделю, отрабатывая тактику езды на гоночных колясках и выполняя упражнения, направленные на развитие быстроты, силы и выносливости.
вообще, чтобы дети быстро не уставали, они как со своим заболеванием устают быстро, и приходится быстро менять, как бы решение быстро менять. И если видишь, что ребенок устает, часть детей в группе устают, переходишь на другие упражнения. И поэтому мы, кроме традиционных видов, значит, способов тренировки, кроме, ну, способов тренировки – это индивидуальные, групповые, значит, кроме того, мы нетрадиционные, как бы, берем, значит, те же самые подключаем тренировки, как подвижные игры, значит, круговую тренировку подключаем. Есть еще один эффект от таких занятий – позитивный жизненный настрой. Мне нравится спорт тем, что когда я занимаюсь этим спортом, у меня и настроение становится лучше, потому что Владимир Николаевич придумывает разные игры, мы в них играем. Мне очень нравится этот спорт. Здесь очень хорошая команда, хороший тренер. И мне вообще нравится очень легкий спорт. Это. Ребята уже вовсю соревнуются. Правда, пока между собой. Ведь гонки на колясках еще не достигли республиканского масштаба. Собираются по 15-20 участников, и эти победы и поражения – стимул к дальнейшим занятиям. Были у меня соревнования. Я выбрал этот спорт из-за гонок, можно сказать, из-за скорости, из-за соревнований вот с друзьями. И вот дальнейшие мои планы – это заниматься дальше и развить еще сильнее себя. У меня уже золотая медаль и две бронзовые и одна серебряная медаль. Конечно, у меня были самые первые соревнования на том же стадионе, где я как бы впервые увидел гонки. И я очень волновался. Все кричали мое имя, но я очень волновался, боялся. И поэтому у меня руки тряслись, я поехал. Сначала и я приехал в итоге первым. Кто-то из ребят пришел в этот спорт по совету учителей, кого-то привели родители, а кто-то сам мечтал научиться управлять гоночной коляской. И сейчас никто не жалеет о сделанном выборе. Я очень стремился к этому спорту. Я впервые пошел телезрителем, зрителем на соревнования. Были, конечно, опытные мальчишки, опытнее меня. И я увидел то, что как они стараются, как они стремятся. И я захотел тоже стать спортсменом. Я долго добивался вообще этого спорта и вообще долго старался, чтобы попасть в этот спорт. И попал. Я очень боялась, когда я первый раз села на коляску, я вообще не знала, как тут управлять, что тут делать. А потом я научилась. Мне очень нравится. Прошло 2 года с той поры, как ребята начали заниматься этим видом спорта. Ну, я думаю, что сравнить 2 года назад, что сейчас, это совсем разные вещи. Которые первый год они садятся, они еще не знают и боятся, и страх у них такой существует, который страх надо преодолеть. Поэтому с здоровыми детьми, когда работаешь, у них быстрее все происходит, а с детьми с поражением опорно-двигательный аппарат уже происходит, конечно, дольше. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Улучшив свое физическое состояние, 10-летние спортсмены уже составляют грандиозные планы на будущее. Некоторые из них мечтают о Паралимпиаде. Хочу, конечно, высших достижений, стать опытнее, круче, и чтобы я ездил. Я вообще не хочу и не желаю бросать этот спорт. Он мне как бы вошел уже в душу, я не могу без него. И я сначала, конечно, приехал для себя, а потом уже вот для больших достижений. И сейчас я занимаюсь для больших достижений, потому что для себя как бы я уже нормально хожу, и я уже стараюсь к большим достижениям. Я хочу связать жизнь с спортом. Мама говорит, если я буду заниматься спортом, мне будет легче научиться ходить и вообще в жизни. Но
укреплять здоровье, там, мышцы. Вообще, я, конечно, хочу. Любой человек, спортсмен, хочет на Паралимпийские игры или на Олимпийские игры, неважно. Я очень хочу, и я, ну, тренер сказал то, что вот когда нам всей команде 18 лет будет, мы поедем на Паралимпиаду куда-то за границу вообще. Я, конечно, хочу этого, и поэтому я вообще стараюсь, я вообще тренировки почти не пропускаю, и у кого что не получается, я помогаю. Сами войдя в этот спорт, они приглашают всех желающих, страдающих ДЦП. Приходите к нам сюда. Будем рады. Здесь у нас хорошо. Будем заниматься. Ну и вообще будем рады пополнению группы. Не опускайте рук. Идите дальше к своей цели. Никогда не опускайте рук, у вас все получится. Я им желаю набраться терпения, устойчивости и переносить все тяготы жизни. Стараться и не опускать руки. Ну, как бы заниматься спортом, каждый день делать зарядку, заниматься. Ну и, конечно, присоединяться в наши ряды. Воспитанники спортивно-адаптивной школы с большим желанием участвуют в спортивной жизни столицы и мечтают, чтобы их чаще приглашали на встречи и соревнования. Так, во время форума «Россия. Спортивная держава» на спортивном бульваре они представляли площадку адаптивного спорта. У нас есть своя площадка «Доступная среда». На этой площадке мы горожанам показываем, что есть спорт для таких особенных детей. Спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, со зрением, с интеллектом, с опорно-двигательным аппаратом. Пожалуйста, приходите к нам. Много интересных детей. Есть спорт слепых, который играет в шахматы и в шашки на очень интересном оборудовании. Приходите, пожалуйста, смотрите. И вообще мы приглашаем всех людей с ограниченными возможностями к нам в школу заниматься и физкультурой, и спортом. Мы найдем занятие каждому. И это действительно так. Например, Владимир Николаев, который до ампутации занимался лыжным спортом и после тяжелой травмы не оставил спорт. Сейчас он посещает спортивно-адаптивную школу, несмотря на то, что добираться ему в Чебоксары приходится из Цивильска. В спорте я уже 19 лет, занимался 16 лет лыжным видом до ампутации. Вот, после ампутации занялся я бадминтоном, как говорится, и велосипедом. Сейчас в двух видах нахожусь. То есть, и мне нужно от этого, как говорится, результата в первую очередь. Но это, как говорится, образ жизни моя, без этого меня больше я не понимаю. То есть, что, как существовать в этом мире без спорта. Занимаясь спортом, есть стимул в жизни, цели в жизни, то есть себя чувствуешь человеком. Помогает спорт и детям с частичной потерей зрения. Недавно среди них прошло республиканское первенство по шахматам и шашкам. Подобные соревнования в Чувашии проводятся нередко. Причем молодые спортсмены имеют за плечами совсем не детские достижения. В этот раз в первенстве приняло участие около 35 юных спортсменов. Конечно, это совсем небольшое количество, но среди них есть уже представители, которые становились призерами и победителями всероссийских соревнований. Так, Анастасия Павлова, несмотря на то, что учится лишь в пятом классе, уже является победительницей первенства России этого года. И это далеко не все ее достижения. Недавно, в сентябре, я ездила четвертый раз в Адлер. Оттуда я привезла золото по классической игре и две бронзы по молниеносной и по быстрой игре. Играла я там со взрослыми. Там были 60-го, 38-го, 40-го годов рождения. Ангелина Филиппова также сумела проявить себя. В ее копилке уже 42 медали разного достоинства. В этом году она заняла третье место по версии Международной ассоциации русских шашек. Шашками я уже занимаюсь 7-й год подряд. Заниматься мне нравится. Ну, игра это умная, как бы помогает прочитывать на несколько ходов вперед, не только в шашках, но и в жизни. Сейчас главный детский тренер сборной Чувашии по шашкам Андрей Унтин планирует представить девушек в очередном первенстве России. Конечно, с инвалидностью по зрению играть в шашки сложнее, но при правильном педагогическом подходе возможно все. Сложность заключается в том, что они все-таки видят в узком пространстве, а им доску одним взглядом невозможно захватить. Они видят какой-то, им приходится поворачивать туда-сюда, и у них время. Времени больше и, естественно, уверенность.
уверенности меньше. Прошедшее первенство выявило и новых претендентов, которые пополнят чувашскую сборную. Нужно лишь приложить еще немного усилий, стараний и упорства. Сегодня вы узнали еще о нескольких видах спорта для лиц, имеющих инвалидность. Как вы могли заметить, ни в одном из них нет никаких возрастных ограничений. Любой желающий может обратиться в Чебоксарскую спортивно-адаптивную школу и найти что-то для себя. Если же вы до сих пор не определились, то продолжайте смотреть нашу программу. Мы поможем вам с выбором. Главное, не забывайте, что спорт, он для всех.